Вон тот шпиль торчит, это кирка святого Отто. Святого Отто. Сам Отто захоронен вот здесь, слева. Вот орден бенедиктинцев. И называется Михаэль Кирка. Туда вы приедете. Вы когда въедете, Наташа, между рестораном и зданием кирки дорога туда, там всегда можно найти парковочку. Припарковались, вернулись назад, посмотрели, в 2015 году пивная была построена, она так и есть, вывеска там есть. Второе, в Михаэльскирхе расположена могила святого Отто. Вот это, целая история, почему он там, но под ним есть лаз, и нужно три раза пролезть, все проходит. Ну, так говорят. Я прижимаю там что-то одно, другой кошелек прижимает, третий там попу и так далее. А вот это вот слева, это орден бенедиктинцев, орденов много в католицизме. Орден бенедиктинцев один из таких наиболее невоинствующих орденов. Они давали приют всем больным, угнетенным. Если хозяин выгонял рабочего, он находил здесь работу, приют и жилье. Все вот эти вот кирхи основные соединены с домом. Вот этот дом, который вот там, подземными ходами. А там не там часть же как монастырь существует, да? Они же там живут уже. Дело в том, что сейчас Альтенхайм там. Рядом Альтенхайм, а в самом службу проводят. А почему два шпиля вот здесь? Есть какая-то? Никакой, я не знаю про это. Почему у дома четыре шпиля, а здесь два, а вот у кирхи один? Это трудно объяснимо. Это зависело от желания епископа. Архитектор уже делал то, что ему заказывали. Да. Пасанесы. Здесь мороженое делали. Мороженое. А я здесь жил. Раньше там был автокаус Вольво. Когда-то раньше, давно, в 90-х там. 98, да, и слева вот это вот.